Вы встречали на верхних этажах российской власти светлых, достойных людей? Ну, на первое впечатление, да, но я же не знала, как реально там все происходит. Да, это кто на первое впечатление? Ну, например, мне всегда, на меня производил очень приятное впечатление Дмитрий Козак. Ну, я не могу сказать, что Дмитрий Козак – это светлый, достойный человек. Мы с вами не романтики. Просто да? По сравнению с другими. По сравнению он с другими. Да, и те заявления, которые периодически делал, даже если я с ним не была согласна, мне казалось, он делал все-таки как-то как профессионал, а не потому, что ему нужно было удержать свою позицию. Это было на первое впечатление? Ну, сейчас на Северном Кавказе, там у него есть разные предложения. Но мне кажется, его не зря сослали туда далеко, потому что он был все-таки человеком самостоятельным и думающим.